ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वप्रचोदयात्। ॐ स ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वप्रचोदयात्। ॐ स ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वप्रचोदयात्।
Все здесь?
Как уже наш уважаемый ведущий говорил о том, что мы здесь ничего не знаем. Это правда, действительно, мы здесь ничего не знаем. Мы вроде бы собирались для совместной такой вот игры, но это осталось все на репетиции. Как таковой ее практически не было, и то, что сейчас происходит, оно опять же спонтанно, и тем оно и интересно. От себя хочу еще раз поблагодарить участников, Мариам, Дмитрий. Вот, я очень рад такой совместной работе, и это очень приятно, когда работаешь с такими профессионалами. Маленькие подсказки все-таки будут. Давай в ми-минор что-нибудь сделаем. Да. Thank you.
Настройка гитары, как композиция звучит уже. Thank you.
Sadarasamadravaya
Пашупати бамини мая, сагара самара варадия угасай, анугате гате туапая, джей джей вейрони асура вая. Пашупати мамини майя. Гурудев, 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 джея, джея. Krishna, Hare, Hare, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare
Как вы догадались, спасибо большое. В общем-то, мы создаем такую музыку, которую можно представить в виде образов. У нее есть цвет, у нее есть форма, есть звуки, есть возможность каким-то образом без усилий погрузиться в себя, может быть, что-то вспомнить, пережить. Это очень важно, когда музыка заставляет обратить внимание или свой взор внутрь себя. Это может быть музыка как медитативная, так и с ритмами, может быть, где-то даже в какой-то степени очень активная. Но, тем не менее, что-то есть, что заставляет человека почувствовать самого себя, и это форма медитации на самом деле. Поэтому вот эти вот так называемые звуковые треки, саундтреки, каким-то мыслеобразом вашим, они как бы снова заставляют или способствуют тому, чтобы вы себя создавали. Потому что там глубоко внутри есть кто-то, кто ждет возможности, кто-то, кто хочет проявить себя творчески. И он очень возвышен, очень красив, вечен и очень творчески выражен. Ну, а музыка, конечно, это самое близкое к душе человека, это то, что имеет прямую связь с космическим сознанием, с сознанием Вселенной. Это наиболее высокая духовная форма практикования на сегодняшний день. Туда же входит и мантра, конечно. Спасибо за такое прекрасное фламенко-соло. Может быть, не фламенко, но... Every time I change my life, it is my show. When you asked me to stay, I said I have to go. And the forest on my thorn, I walk tonight, waiting for your soul drops to the sky. I was born from soul and I came to be free. And I Lord alone remember you're with me. We can break your chains so you fly with me. So I flew.
Oh,
Oh,
Друзья мои, мастер Имран, главный виновник этого концерта, и я благодарю за то, что уже в третий раз у меня есть такая возможность поиграть с настоящим мастером музыки. Которому надо учиться еще. Я благодарен всем, благодарю всем. Это действительно очень приятно, очень хорошо, очень комфортно, когда ты понимаешь, что даже если ты ничего не понимаешь, то тебя все поддержат, да. Это очень хорошо. Ждем твоего альбома, Мариам. Все свидетели. Спасибо вам огромное. У нас, в общем-то, программа уже закончилась как таковая. Если я вообще до пятницы свободен, если вы не торопитесь, мы можем еще посидеть. Но вообще-то мы уже завершили все это. Спасибо вам огромное еще раз. И было бы хорошо, конечно, чаще собираться. В Пятигорске, конечно. Это хороший город. Я его называю Панчгири. На санскрите 5 это Панч, а Гири это гора. И орден Гири это состояние устойчивого сознания, устойчивости внутри, когда, несмотря ни на что, вы остаетесь теми, кто вы есть на самом деле. И, собственно говоря, вся наша вот сегодняшняя эта программа была такой высокой идеей того, чтобы приобрести эту устойчивость, приобрести этот лейтмотив жизни, которым есть мы сами, который является нами самими. Ну, я сейчас про Атман говорю, кто, если знает. То есть наше высшее Я, и все для этого делается. Согласны? Ну, хорошо. Да, хотелось бы сказать еще огромное спасибо всем нашим друзьям, которые именно технически создали сегодняшний день и провели огромную работу со звуком, со светом, с видео. Большое вам спасибо. Огромное спасибо, ребята, да. Звук и свет на высоте. Я даже знаю, что здесь есть человек, у которого сегодня день рождения, и он все равно пришел работать и высвещал нам путь. Поэтому поздравляем, Андрей. Да. Ну, а бог звука, как я его часто называю на концертах, Макар. Да, Макар, кстати говоря, спасибо. Есть такой праздник, ведический праздник Макар Санкранти. У нас как раз этот период сейчас, и Макар нам выставляет звук. И, как я часто говорю, у Макара хорошая макарма. И пусть так и будет. Пусть всегда будет сияние в каждом. Спасибо еще раз. Ну, до новых встреч, наверное. Да?